Привет. Тебе приходили мои звонки вчера? Да. Что? Нет, не приходил, Миша. Ну, вчера, я если честно... Я звонила 4 или 5 раз. Не знаю, я дал пропущено, нет. Как ты там? Нормально. Тут немного маневр совершили, чуть-чуть откатились. Что? Откатились, говорю, чуть-чуть. Назад. Все, а Дубчан. Вопрос такой. А? Дубчаны полностью уже все? Что вначале? Подожди, я не поняла. Что ты сказал, куда кто откатил? Назад немного приехали мы. То есть Дубчаны все? Все оставили. Качкаровка. Тоже стоит. Потому что у меня женщина с Качкаровки не может ни до кого дозвониться. Что, не понял? Говорю, соседка, женщина с Качкаровки не может ни до кого до своих дозвониться и попросила узнать, что там. Все, Украина. Обалдеть. С тобой все нормально? Да без происшествий. Охереть. А? И до какого момента оставили? Не знаю, не держу руководство. А? Алло. Да. Ты говорил? Ничего не говорил. Я говорю, до какого момента оставили? Не знаю. Руководство-то не я же принимаю решение. Нет, но я не в том плане, вот Качкаровку отдали, а дальше нет? Или да? Ну, я думаю, до Днепра, сегодня Днепр выйдем. Когда-нибудь.